Excuse me, could you help me? Where can I find battery park? Across the street or straight down? Across the street and there. Because the thing is, the park's on this side, so if you go across the street and go straight, you hit the park. Okay, thank you. Так, что ж, парк рядом. Нужно пересечь улицу и идти прямо, потому что парк с той стороны. Или коротко о том, как Стас переводит английский для пятиклассников. А, все идут. Блин, а вроде красный свет. Американцы меня запутали. Я бы сейчас так умер. В отсвете сил. Невинный, прекрасный. Как цветок души. Ладно, заткнуться пора. Чего? Это поющий мужик. Ладно, своих чудиков в Нью-Йорке тоже хватает. Но этого тоже здесь хватает. Зато хочется отметить, что у него есть тележка. Или у нее, не знаю. Так, вот это, по-моему, станция метро. И, возможно, это знание спасет мне жизнь, учитывая, как я замечательно ориентируюсь. Просто божественно. Я вообще себя на карте не могу найти. Потому что какие-то улицы... В общем, без интернет-навигации здесь тяжело. Но я не хочу платить 30 баксов в месяц. Увольте, увольте. Мне здесь всего пару дней, потом Бидефорт, где 2,5 дома. Так что, приключения, Adventure Time.